То есть по паре евро-доллар, ну, возможно, конечно, еще сделать 1,14, но опять же, это будет, на мой взгляд, абсолютно несущественно для того, что сейчас пошло. Потому что снизов мы, судя по всему, сделали импульс, сейчас корректируем импульс. И, в общем, судя по всему, мы сейчас вот эти низы и начали рисовать. Значит, недельный цикл по доллару у нас он сделал низы в сентябре как раз, и следующие низы у нас начинаются с начала января и до первой декады февраля. То есть, скорее всего, как раз мы там и увидим низы годового цикла, но не низы четырехлетнего цикла, который мы увидели в январе.